знаешь про вот про что мы? А про что берет такое, знаешь? Нет. А что, ты помнишь? Сейчас я иду. А? Сейчас я скажу. Все. Я уйду потом. А сейчас я скажу. Я с ним вчера разговаривала. Здесь мы с ним обычно. Однако вкус не действует. Действует. Нина, ты на следующий выходной приедешь? Вряд ли. Вряд ли? Пойду. Давай садитесь туда подальше, Галь. Садись, я с краешком. Ничего, никаких ждать не надо. Прям раз сразу и туда. Дайте нам, мы дальше дойдем. Проходи, проходи, проходи. Мимо нее, давай. Быстренько. Дальше, сестры, пожалуйста, дальше. Сбоку туда залазь. Еще отсюда подальше. Хорошенько двигайтесь. Вот так, да, вот молодец. Машина. Еще. Вы же все стройные. Да, все стройные, кроме вас. Вам вообще перестаньте. Что, есть что-то? Да, ну. Это сила. Не надо, уже все сшили, уже что надо сделать. Это просто распределение. Кто мешается, не мешается, нету этого. И мест нету ни у кого. Но вот это вот самое удобное. И бабушки вот у нас, видите, эти прямые там, косые всякие, горбатые. Не посмотрите. Это же ну, прямо туда вдруг залазить. Да, там и это, с собой очень теплое берет, потому что это стена, там вся холод, и вот там, везде. Короче, везде здесь холодно зима, да и летом. Видишь, я могу здесь хоть я не ровно десятка. С колонны совсем замерз, что там кожушок дать. Почки, все везенки, все молимся. Царю небесный, утешитель души истинный, и жизнь весы, и все исполняй, сокровище благих, и в жизни подателю, приди, вселися мы, и очисти мне от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови нас провести сие собрание, прибудь, Господи, с нами. Благослови нас, Господи, ступать по следам Твоим, не отступая от них. Тебе же подобает хвала и слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, следующая исповедь будет 10-го. То есть суббота. Следующая суббота. Вот. Готовьтесь, кто значит исповедь. Я иду сейчас посещать больных. Сейчас ко мне какие вопросы у кого есть? Давайте. Домой спасибо. На машине или на автобусе? На поезде. На поезде. Домой. Он не идет через какого-то Виктора еще. Виктор Андреевич у нас путешествует. Виктор Савченко путешествующий. Я.
Никита, Яковлев, космодром строят. Так, еще какие ко мне вопросы? Да? Я вчера разговаривал с Шубиной. С кем? Зоя Шубина. Зоя Шубина. Так. У нее получилось большое несчастье. У снохи девочка 2 или 4 года. 2 года, 4 месяца. Так. Ну, заболела она, прооперировали ее рак. Сейчас ее облучают. У кого? У девочки облучили? Неправильно объясняю. У матери, то есть у снохи. У снохи, да. И они сейчас взяли к себе эту девочку 2 года, 4 месяца. Зоя взяла? Да. И вот она ее в оброшке. Ну хорошо. А что, почему самой ей позвонить, быть вниз, сказать, как это? У нас это интересно как. Вот мне звонят, даже другой раз смотришь, где-то из-за границы звонят, кто знает, батюшка, помолитесь, вот мы там то-то, там, то куда-то едем, или там вот, думаем там ребенка отдать учиться туда, как это вы благословите, что скажете, там советуется. Ну, даже вот отец Иоанн, Ключника, что не делал, ты как скажешь вот это, ты как думаешь, как вот это дело, что-то он идет какое-то там, куда-то надо сделать, и спрашивает совет. А это люди рядом живут. Вот даже у нас есть деревня, рядом живут, и смотри, даже без совета, сделали что-то, и все, нет. А потом, когда случится, тогда уже, тятя, что делать? Теперь что делать, когда случится что-то? А трудно ли? Ну, позвонил, совет, ты можешь потом уже сделать, но ты, может быть, спросишь, да и Господь через, говорится, духовника наставит тебя на это, пошлет. Не надо этим никогда пренебрегать. Раз мы сами этого нет, то детей не научим этого, чтобы дети благословлялись на всякое дело. Куда-то уходить, они благословлялись бы это. Поэтому как они будут, дети, когда нет? Вот я смотрю, вот у нас маленькие дети в Потеряевке. Старшему Алешке 4 года, а этому-то еще 2 годика только исполняется, 2 годика младшему. На службе стоят все тихо, никто не ляжет, не сядет, рядом стоят, он стоит, они рядом с ним стоят. Ну, маленького другого раз посадит, там где-то немножко его посидеть одолжит. Но стоит, никто не... А ты смотри, у нас уже взрослые, 4 стоят, вот вытянулись на полу, легла на спину, там это крутится на полу, там, ну, что это такое? Это у нас немного это всего. Час идет литургия, это час у нас идет. Считай, на часах их нет, они здесь сидят на часах. А вся литургия час, всего только идет час. Ну как-то, ну приучайте, чтобы здесь, когда молится, вышел херувим, когда на полу валяется. Ну что это так уже, это совсем-то так. Значит, и дома нет этого. Приучите дома на молитву. Немного, но чтобы он знал, на молитве должен стоять, как ангел. Вот. Молитва – это разговор, мы ведем с Богом, к Богу обращаемся. Бог слушает нас. Вот, приучайте помаленьку к этому их, чтобы были. Ну, я однажды был в одной семье. Встали на молитву, а пост великий. А великим постом у них делается поклонов много. Каждое там что, то, допустим, Святой Божести крепкий поклон. Значит, 3 поклона на этом и много поклонов земных. А он, было ему лет, наверное, 4-5 лет примерно. Все кланяются, а он стоит. Мать ему сказала, кланяйся, он стоит. Она больше ни слова не говоря, другой раз кланяется, а он не кланяется. А у нее на двери висела, говорит, двоехвостка называется. Называли двоехвостка. 2 таких этих, из ремешка сделан, такой длины примерно, из ремешка. Тонкие такие ремешки, из сыромятной вырезаны. Она снимает эту двоехвостку, все кланяются, нет, она его сзади, вдоль спины-то его, раз, два. Ну что, он, конечно... захлюпал, больше она ничего не сказала, и дальше кланяется, и он кланяется. Кланяется. Я вот даже вспомнил вам, напомнил немножко, как мы у дедушки были. Дедушка никогда не говорит, что за столом нельзя смеяться, или там разговаривать что-то. Не говорил никогда, но бывает засмеялся, один кто-нибудь что-нибудь там показывает что-нибудь. Дедушка ни слова не говоря, ложку так потихоньку оближет, ее, если там, ну, кушаем что-то. Ложка была такая у него оловянная, круглая, литая. Он, ложка эта,
полбу хлясть, и дальше продолжается потихоньку. Ну а ты после этого, уже когда у тебя шишка на лбу соскочила, уже что, там лезешь на печку или на палате уже. Все уже. Там, никогда не. До другой раз уже смеяться. Не засмеешься. То есть приучали этому как? Ребенку говорит, внушай. Вот оно все внушение. И мы знали, что этого нельзя делать. И уже старались там держаться, если что-то и смешное было. Вот, чтобы не смеяться над этим. Ну, как, говорит, приучили? Да очень просто. Как-то у нас, я не знаю, как приучили, что мы выросли, мы ни разу в школе не напились. Нам говорили, нельзя этого делать. Нельзя, это грех. Мы в старообрядческой семье были. И мы в школе ни разу не напились. Ни у чужих людей, нигде ни разу, кто бы что давал, не брали, не напились. В одной деревне жили. Пить другой раз охота, большая перемена, там 10 минут. А бежать до дома как раз 5 минут туда, 5 минут обратно. А пить сильно хочется. Ну и как донешь до дома, добежишь, скорее пивнул, и чтобы не опоздать на урок, до школы бегом туда, обратно бегом. Но в школе ни разу не напились. Как это? Мы же могли бы, мать бы не знала этого. Мы напились, да что бы мы не сказали, да не сказали бы, она бы не знала этого. Но мы никогда этого не делали. Ну как-то вот могла мать так это сделать, это? Ну как-то могли сделать, что у нас шкаф был, и там все, семена хранились, там семечки, там и все, что... Мы никогда этого не брали. А соседка, у которой было двое детей, она приносила семена, тыквенные семечки, к нам на хранение. Что могли у нее, Федька с Сережкой, могли у нее сошелкать эти семечки. И она приносила к нам, а у нас они хранились, в шкафу лежали. И мы никогда не брали, знали, что это нельзя, это семена. Я сейчас же думаю, как эта мать могла так сделать, что мы знали, что этого нельзя делать. Это все, помимо того, что она вложила страх. Нельзя, это грех, нехорошо это делать. Вот это мы знали. Вот старайтесь детям как-то этого, чтобы было, они боялись это, нельзя, знали, что это грех, нельзя этого делать. А то подрастают, смотрят, девочка уже побольше, и думают, почему выставляет в интернет такие фотографии. Мне показывают все вчера. Брат и говорит, ты видишь, это твои, говорит, прихожане. Я говорю, да ну, узнаешь. Так вроде бы и мои, но я не думал, что мои могут так это выставлять, такие фотографии. То есть посмотришь, что сказать, да совсем никакого там нету веры никакой, христианства никакого нет. Это абсолютно мирские ребятишки, что так себя где-то выставляют. Вот. В каких позах там это, там рот, там язык, там это вообще даже подумаешь, как это так? Да зачем выставлять-то? На весь мир выставляют. Мы стыдились это сказать, чтобы кто-то не увидел, это на весь мир. И вот смотрят, что это такое, какое-то извращение такое вот пошло сегодня. Ну. Вопросы какие ко мне еще? Так, слушаю вас. Батюшка, вам приходилось быть в церквах православных, где молятся на родном языке? Конечно. И попутный вопрос. А что сегодня нам мешает молиться на, или кто, на родном языке? Молиться никто не мешает. Богослужение имеется. Молиться никто не мешает. Проводить богослужение. На родном языке. Правильно. И у нас все идет. А что вам еще нужно? Все псалмы мы на русском читаем, Евангелие написал апостол на русском читаем. Вот. Вот. А остальное, все, что есть, у нас остается там меньше половины. Остается то, что на славянском. Не мешает. Ничего не мешает нам. Ничего не мешает. Но этого делать не надо. Я за то, чтобы было понятно, но этого делать не надо. То, что остается, этого достаточно. Потому что на русский это будет уже, знаешь как. Я был там в украинской церкви. У нас, как говорят, мы невеста не невестная Богородица. Ну давайте перейдем на русском, скажем. Это девка, не выходившая замуж, будем считать. Когда не невеста не невестная, а будем считать, когда девка, не выходившая замуж. Лучше будет звучать. А ночью девка переводится прям. Прям девка именно. Ну так и переводится. Не девица. У нас есть еще. Ну, девица переведи, что от этого? Девица получше уже. Ага, получше уже. Тогда блудница, давайте по-церковно-славянски говорить. Тоже некрасиво получится.
Облудиться как говорится? По-церковнославянски? Да. Как? Ну, на тихо сейчас спросите. Нет, ну ты задал вопрос. А я тебе скажу, что в послании апостола Павла Тимофею, 5 главе, там есть такое, что говорит о вдовицах. Какие вдовицы должны быть? Кого вдовицы принимать? 60-летнюю, там принимать, которая там детей воспитала, вот, принимала странников, ноги умывала святым, то есть добродетельная была, таких принимать на попечение церкви. А молодые вдовицы, говорят, пускай выходят замуж. Рожают, воспитывают детей, ибо они бывают, говорят, праздны и болтливы. А по-славянски знаешь, как написано? Болтать. Найди и прочитай. Ибо они бывают, говорят, бледивы и плазливы. По-славянски. Так и написано. Прямо прочитай по-славянски. Они, говорят, бывают бледивы. Помощная женщина и пустота. Так некоторые это считаешь, мне говорят, подойдешь апостола, то это карандашом зачеркнули. Что ну нехорошо, у нас это слово-то что обозначает там, понимаете, что? А по-славянски так. Прямо, ну прочитай, найди, у вас есть славянский был апостол. Найдите. Почитайте. Ну, однозначно, вот вы правы. Поэтому, Сергей, этого ничего не, это нет. То, что мы имеем, вполне достаточно. И на этом пока даже я вам. Меня не будет, не советую это поднимать. Этого ничего не даст. Твоего духовного роста не прибавит ни на один миллиметр. Если ты будешь там все, что есть мы, какие-то стихиры поем и по-славянски, а ты будешь по-русски, ничего этого тебе не добавит. Добавит тебе то, что ты если будешь обильно в себя внедрять, что? Слово Божие. Вот что. А то мне один такой филолог преподавал, даже в университете преподавал когда-то он был. И говорит, что если бы сегодня во всех школах ввели бы церковно-славянский язык, чтобы изучать, то какое бы было возрождение среди народов России? Понимаешь как? Так. Ну так, благословляйте, я поехал. Дальше только помните всегда, я напомню вам, братья. И Господи царю, дарю мне зреть мое прегрешение, не осуждать и брата моего, как отыси и благословенности во веки веков. Аминь. Помните это всегда. Спасибо, Христос. Ян Кузьминич, расскажите про болящих. Так, я еще скажу два слова. Маргарита звонила, раскрыла сильно. Я сейчас... Раскрыла сильно, еле говорит. Александра Михайловна Гончарук тоже заболела, тоже простыла, еле как говорит. Галя Загуляева вчера Саша позвонил, тоже заболела. Ну, у Фроси, наверное, вот Настя расскажет поподробнее сама. У Нагаева Марии Яковлевны в больнице, 18-я палата в горбольнице. Если кто желает посетить, пожалуйста. Врач, ну не хотели к ней тоже, но врач запретила, не разрешила, что батюшка, чтобы пришел. Лизы сегодня нет, у ней контрольная там какая-то в школе была. И пошла она в храм на раннюю службу Дмитрия Ростовского. Тамара вчера письмо принесла, наша группа немая, принесла письмо и написала, что она сегодня идет в Покровский собор, ее пригласила Ленчук Валя и Нина на богослужение. Ну, такое большое письмо написала, но говорит, я схожу туда, а на следующий раз я прихожу. Я верная своей общине. Да, сейчас ведут. И Нина Свечникова, у ней позвонила, у ней умер сын. Вот этот Максим. У кого расположение есть, помолитесь. Больной который, да? Да. Ну, слава Богу, избавилась. Сколько ему лет? Ой, ну уже ему лет, может, 30. Что у нас произошло? Ефросинья пошла поить козу. Коза у нас стайка очень маленькая, узенькая. Мальчишки летом делали загон для козы. Получился очень узко там, не развернуться. Ну, Ефросинья должна была просто налить воду козе в ведро, которое возле ней стоит. Зачем-то она полезла туда.
и получила рогом в глаз. Вот. Прибежала, говорит, плачет вот так. Мы сразу холод на это место положили, поглядывал, лучше не стало. Сразу послала Ивана в школу, в летную школу вызывать скорую, потому что у нас это проблема. Со скорой мы звоним, скорую со сотового телефона, у нас вызывается полоска. Поэтому мы через летную школу пока... Короче говоря, очень долго получилось, пока скорая приехала, пока они нас нашли. Поехали в глазную травматологию, поставили диагноз контузия глаза и эрозия роговицы. То есть у нее сейчас глаз красный-красный, узенький-узенький. Ну вот, так вот получилось. Но не госпитализировали, сказали пока лечиться дома, прописали очень много лекарств. Ну, вот, капаем, там по часам буквально. Через час первые сутки капали, сейчас пореже. Ну, сейчас она себя чувствует лучше. Ну а когда ехали в больницу, ее даже вырвало, плохо человеку было. Ну вот, в понедельник попробуем через нашего врача к неврологу записаться, ну и, конечно, к окулисту для контроля. Благодарю всех за молитву. Действительно, очень, очень сильно. Никто не знал. Спасибо Христу. Почему тут не сообщили. Когда это случилось? Не будем отступать от традиции. Почитаем толкование на апостольское чтение, которое читалось сегодня у нас во время литургии. Это послание к Ефесянам, 2 глава, с 14 по 22 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Толкование. «Ибо прежде в человечении слова была великая вражда между обрезанием и необрезанием, а теперь мы примирились, став единой верой. Ибо теперь мы называемся уже не обрезанием и необрезанием, но одно имеем знамение – веру. Представь себе, два человека, один раб, другой усыновленный. Тот и другой несли оскорбление одному и тому же лицу. Один сделал поступок, достойный решения сыновства, другой убежал. Потом оба они сделаны наследниками и приближенными. И вот они удостоились одинаковой чести и стали едины. Точно так же язычники и израильтяне оказались преступниками. Те как рабы, а израильтяне как сыны». Итак, что же? Неужели важное дело иметь общение с израильтянами? Ты возвел нас на небеса, и вот, теперь указываешь на это, как на нечто важное. Да, говорит, то должно воспринимать верой, и это самими делами. Впрочем, не то говорит, что привел нас к достоинству израильтян, а то, что и нас, и их возвел лучшее состояние. Однако благодеяние к нам выше, потому что тем обещал, а нам не обещал. И мы были вдали, как указывает вышеприведенный пример. Объясняет, в чем состояла преграда, и говорит, во вражде к Богу и язычников, иудеи, по вражде, которая происходила от наших преступлений. Как и пророк говорит, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом. Исаия 59:2. Итак, эту преграду, вражду, он разрушил свою плотью. Каким образом? Положив по плоти конец вражде. Ибо, так как он соединил плоть с божеством, ясно, что совершил примирение. Ибо два естества соединились и сочетались между собой. А с другой стороны, он разрушил вражду и тем, что явился безгрешным и исполнил весь закон. Ибо закон был оградой, то есть дан для безопасности, чтобы ограждать. А при нарушении он создает преграду грех, через который мы не в безопасности остаемся, а удаляемся от Бога. 15 стих. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного, нового человека, устрояя мир. Толкование. Дабы кто не сказал, что же, если мы, освободившись от прежнего нарушения закона, опять вынуждены соблюдать его. Он говорит, что и его упразднил.
ибо дав нам закон для утверждения нас, вместо того, чтобы наказать нас, когда мы его не соблюли, он совсем отменил закон, подобно тому, как если бы кто, поручив ребенка воспитателю, когда он не повиновался, взял его от воспитателя. Законом же заповеди называет его, потому что он был устроителем жизненного порядка. А веру называют учением, потому что она устанавливается через учение или догматы. Поэтому апостол как бы так сказал, вместо жизни он вел веру, ибо получили мы оправдание не вследствие заповедей, а предъявлявших делать то или другое. Но если уверуешь сердцем и исповедуешь устами, спасешься. Или же называет учением запретительные заповеди Господни именно. А я говорю вам, не клянись вовсе, Матфея 5:34, или не гневаться, Исаия 54:9 и тому подобное. Не сделал и Эллина иудеям, но бо их возвел в лучшее состояние, и не сказал переменить, но создать, дабы сильнее выразить свою мысль, и то, что затем от естественных дел нам отступать не должно. Себе же сказано, или вместо, через самого себя. Потому что не другой кто-нибудь сделал это, но сам, как бы расплавив иудея-язычника, создал одного нового и дивного человека. Или это значит, что он сам первый представил образец и пример, самявился наперед тем, чем сделал тех еленов-иудеев. И что встал посредине между обоими, держа с одной елена, а с другой иудея, смешав их и удалив все враждебное, сверхъестественного создал посредством огня и воды. Итак, в человеческой природе, которую он принял, в природе общей язычнику иудею, и принятый ради обоих, в ней-то освобожденный от всякого тления и ветхости, он создал двух единого нового человека, свободного от греховной дряхлости и неправды. И тот, и другой характеризуется уже не своими собственными качествами, но обоих характеризует свойства единого человека, созданного по образу Христа. Но еще лучше поймешь эти слова, если мысленно представишь Господа краеугольным камнем, а сих двоих, построенные на нем стенами, и в отношении друг к другу, иудей, ведь тогда сближается язычник, когда становится верным, но особенно к Богу, что и важнее показывает ниже. И в одном, 16 стих. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Не сказал умерить, но примирить. То есть снова примирить, показывая, что и в древности посредством закона человеческое естество было примиряемо с Богом. Но затем, так как через преступление закона вражда еще более усилилась, то оно опять возымело нужду примирения с Богом, которое, как окончательное, справедливое и называется примирением. В едином теле, то есть в своем, ибо должное нам наказание сам поднял через крест, что и выше сказал плотью, и опять двоих создал в себе. А по мнению некоторых, в едином теле значит то, что обоих, ставших как бы единым телом, которому он есть глава, примирил с Богом. Не сказал разрушив, но сильнее убив, чтобы она уже не восставала. Таким же образом после этого опять возникает вражда. Она никогда не восстает, но рождает другую, потому что опять грешишь в нем же, или в кресте, или в теле своем. Ибо вражду он убил и на кресте, и в своем теле, в котором и подъял крест. Аминь. Есть у кого слово что-то сказать? Нет никого? У нас гость. Катерина Тинникова. Пусть она скажет. Вот только погромче, у нее голос такой тихий. Кто она такая, как она попала сюда, какая у нее цель, какие планы, потому что где-то мы можем быть ей полезны в чем-то. Вот, предоставь ей слово. Меня зовут Катя, я из города Абакана. Вообще я
с детства ходила, мама водила в церковь. И до 9 класса училась в православной гимназии, но Библии никогда в глаза не видела и никогда не слышала живой проповеди о Христе. И 16 лет я ушла из церкви. А потом в училище познакомилась с отделенными баптистами. Через них попала в дом молитвы. И в них покаялась через проповедь. Вот. Уверовала, обратилась к Богу. Потом узнала о церкви, об апостольском преемстве, вернулась в православную церковь, и через отца Геннадия Паста Господь утвердил православие. Вот. Потом 2 года назад познакомилась с Игнатием Тихоновичем, смотрела ролики, приняла крещение в Потеряевке. Спаси Христу за молитву. Как приехала? Сейчас ты учишься? Как приехала? Этим летом я закончила институт. Вот, и хотела попроситься в общину, чтобы быть членом общины. У нас только с институтом. А какой? Закончила тут почему? Закончила как раз государственный университет, специальность декоративных прикладных искусств. Две коллеги. Портреты. Да ладно, все хватит. Танки, армата, все. Вы задавайте вопросы, что непонятно, а потом разойдетесь, будете говорить совсем не то. Ну не позволяет Игорь нам задавать. Кто еще не позволяет? Какой Игорь? Ну ты же говоришь, хватит спрашивать. Не надо это выдумать. Так, я попрошу еще, Екатерина, встань. Так, неужели вас не заинтересовал человек? Вы по национальности кто будете? Впервые у нас человек такой национальности. Далеко. Принял крещение в Потеряевке через интернет. И считай, что близко знакомо с отцом Геннадием Фастом. Правильно я говорю? Оттуда. Разве может быть неинтересный такой человек для нас? Да у вас вопросы такие должны быть, которые другим бы что-то открыли. Некоторые живут рядом и ничем не интересуются. Вышел, ушел. Это человек из такой дали. Она не раз просилась стать членом нашей общины. А зачем? Была в отделенных баптистов. Скажу, лучших христиан, чем отделенные баптисты, я в жизни не встречал. Это настоящие христиане. Но не в церкви. Вот загадка где. У них столько было мучеников. 30 человек только они отдали в ГУЛАГ. В годы хрущевских гонений и дальше. Около 150 было только арестовано. Они не подчинились советской власти, которая запрещала воспитывать молодежь. Это не те, которые зарегистрированы, вот у нас тут есть, откуда пришли. И она нашла православный путь. Разве это не интересно? И не остановилась она на этом, но поставила себе невыполнимую задачу сразу же, в таком возрасте юном. Я пришла в православие, и она видит совсем другое, что там видела. Там люди называются евангельские христиане-баптисты. И она решила найти евангельских православных. Я просто поражен. Это только Дух Божий может такое показать. Это невыполнимо. И вдруг она нас находит. И дальше расскажи немного. Как вот это закончилось? Как? Ты же на занятия сначала. Поподробнее. Только погромче, если можно. Сергей Павлович. Случайно я попала на страницу ВКонтакте Игнатия Тихоновича. Видела фотографии, понравились фотографии на его странице. Начала списываться. И вот он посоветовал с отцом Геннадием пообщаться, так я с отцом Геннадием познакомилась, потому что до этого я с ним не общалась. Вот, и узнала о истинном крещении и приняла крещение в том же году, в 2014. А тебе же, Катя, кто-то способствовал из нашей общины? Почему? Ну, там. Помогал кто? Третьякова, Юлия, Игорь, да. Много говорили о крещении, о пути Божьем, оставляли. Помогали тебе, да? Да. А сейчас вы с ней поддерживаете отношения?
Ну, да, я часто списываюсь с Юлией Третьяковой и спрашиваю совета. Так она же здесь, вот она. Что с ней? Сейчас она приехала. А намерение в городе жить или в деревне? Все время это поддерживаю, как что? В городе, наверное, работать. Когда я за то говорит о людях, он говорит, помним природу, женская слабая природа, одна. У нее такие хорошие там друзья были у баптистов. Все они любят Господа, и они, конечно, ее удерживали. Это не просто было порвать с тем обществом. Другой национальности, у них там свои божества. И путь открыть православие здесь без провидения, без промысла Божия шагу нельзя шагнуть. И найти, ее отговаривали сюда не ездить, нам близкие даже люди, ну зачем ехать-то, там уже, приехала сюда принимать крещение. Понимаете, сколько, ей абсолютно это не по силам, она, я думаю, она сама не понимает, что Бог с ней сделал. Да, конечно, нет. И пишет, я поставил эту задачу, и хочу быть членом вашей общины, где мне жить тут и работать, и уже смотрит, а можно ли тут при епархии работать там где-то, ну, по специальности. И это можно. Я еще до конца всего сам не осознал. Но я знаю, что это большие препятствия были перед нею. И ей никогда не перелезть было через них. И сейчас вот в Москве было... Зачем ты там жила-то? Расскажи. В Москве я жила со своей сестрой. Но хоть она и верующая, и закончила Свято-Тихоновский институт, и преподает там. Но считает, что у меня узкие пуританские взгляды. Ну ты какая вот. Так, через нее отец Геннадий всем передает привет. Геннадий Фас. Это лучший священник, каких мы знаем. И она имела самое близкое общение с ними. То есть это все настолько в одном человеке сложилось, мы не можем осознать сразу. Мы никогда не были другой национальности. Мы русские. Видите, она как по-русски разговаривает. Она знает свой народ. Но это как руфь какая-то пришла, которая все оставила. Твой Бог, мой Бог будет. Я бы это никак не могу к себе применить. Ни в коем случае. У меня все с нуля. Каждый шаг с нуля идет. И дальше мы не знаем, что будет, как будет. И она о ком-то, если хочет что-то, ничего не говорит, а только спросит, как. Я тогда должен показать, что знаю человека. То есть очень осторожно и совершенно правильно, по совету, о чем батюшка говорил. Спрашивайте еще, то я объясню, что слово совет. У вас национальная религия там какая есть? Ну, вообще у нас православие государственная религия, но считается... Православие у нас государственная религия, но сейчас возрождается не буддизм, а язычество, шаманизм. Да, ну, типа алтайцев, хакасов, наших алтайцев. И вот заметьте, да, есть. Но у нас тоже. Нам да, говорили уже об этом. У вас столько, говорит, молодежи все-таки. Почему они не идут в благовестие? Она говорит это, я хочу на благовестие. Сегодня я принес здесь документы. Без этого документа сегодня не ходите. Еще говорю, очень опасно. Закон, который, пакет законов Яровой выпустили, прихлопнут за одним махом. Вне общины, отдельно где-то, чтобы никто не знал, что ты из общины. Мы не можем никого брать вопреки закону. Закон от нас не ограничивает говорить о Христе. Сегодня кто, вот я попутно хочу сказать, и она заботится поскорее выйти на благовестие. Разве нам это не в обличении? Тебе как это? Ну просто прикиньте, маленько-то. Молодой человек. Ну. И она только заботится, приехала Потеряевку, когда на благовестие. А у нас тут такие дела. И сейчас точно так же. Я уже готов был бы ей выдать документ, но она еще решила, как я понял, вроде домой съездить там что-то. Ну да, посоветоваться еще с духовником. Вот так. Потом вопрос, если все благополучно вернется, а принять ее в общину. Поэтому, может быть, за ней что-то скрытое думает, где-то. Легко спрашивать, кто, где она была. У отца Геннадия была там в близком разговоре на исповеди? Да. Понятно, что нам есть куда обращаться. Вот пока она не села, задай вопрос ей, Маша. А почему я? Что, я крайний? Ну, как раз ты крайний на скамейке сидишь.
Задай ей вопрос. Откуда у меня это желание идти на благовестие? Сейчас, подожди, она еще... Родители как относятся к тому, что ты веришь? Моя мама верующая, и она работает в церковном киоске при храме. И свидетельствовала о торговле в храме, она, конечно, не приняла. Но когда я ездила в Потеряевку, в лагерь ездила помогать, то мама ничего против не говорила, потому что здесь способствовал авторитет отца Геннадия. Ну, я говорила, что он благословил, и доверилась его мнению. Катерина, ты окончила университет, а то у тебя какой возраст? Нескромный вопрос. 24 года. А, понятно. Слышно. Ну, можно что-нибудь. Ну, пускай ну, дети, ну, что они сделают? А, отец про отца спрашивает, папа. Ну, отец, он уже давно ушел в вечность. А. Вопрос можно? Ну, тогда не стоит, а то он вообще не... У каждого христианина есть какая-то точка начальная, от которой начинает исследование. То есть, ну, к чему ты... У тебя есть ли этот был вопрос или исследование? Что тебя побудило это искать? Или какой-то момент в жизни? Что вот именно? Интерес или что? Мне интересно. Что искать? Ну, искать Христа, исследовать, как она? К чему пришла на сегодняшний момент? На основании чего? Да. С 16 лет я задумывалась о смысле жизни, для чего мы живем здесь на земле. И у меня была подруга свидетельница Иеговы, которая тоже свидетельствовала о своей вере, потом баптист, и через них я много думала о Боге, о Христе. Что не устроила? Пошла православиться. Что? Баптистов-то что? Так она говорила же. Апостольское преемство. Мне сказали к церкви. Но случайно я тоже познакомилась тогда ВКонтакте. Мне было 19 лет, и я познакомилась, когда посещала баптистов с Дмитрием Антелло. Я не знала, кто это за человек, что его за деятельность. И он мне скинул сайт «Единство христиан в теле Иисуса Христа», где были показаны списки апостольских преемств по местной церкви. И также ясно говорилось об истине, о священстве. И что это на конце действия? Ну, потом не прекратилось. Ну, такой парень странный. Не, ну, однако, слава Богу, ну, если вопросов нет, список продолжим. Интелла, да, который все бьет, там везде крушит. Вот Катя говорила о благовестии. О благовестии. О благовестии. Она говорила о благовестии. Четыре раза говорю, умейте вовремя остановиться. Я уже говорю, продолжает, как не слышит. Как это так? Да ладно, хватит. Давайте говорить. Смотрите, на кого я из деревни посылал, кто получил или нет. Под номером 9 Пупков. Получил? Получил. Номер 10 Третьяков Игорь. Еще нет. Смотри. Тут написано так у меня дальше. Заполнить абсолютно точно, без поправок. Писать синим цветом, печатными буквами. Четко ручкой, не мять, не сгибать, заложи во что-то. Всегда в папке с твердым переплетом. Сегодня без нее нигде не выйдешь. Вот, с этой стороны свидетельство, краевое отдел юстиции, наша регистрация, видите как? И вот, я не знаю, видно нет. Там копия сидит. И вот тут удостоверение, как так, сейчас я задержу, конечно, время. Так, Третьякова Юля, ходишь на благовестие, где она? С детьми. Позовите ее. Да она больше всех нас еще ходит. Поэтому запомните, уже все подписи все стоят. И секретаря, и батюшкина. Дальше. Это мы так сами подумали. Дубунову Игорю не давали? Нет. Так, просьба. Не было времени еще. Выслушать. Игорь взял. Нигде не затрагивает слово некоторые из табу. Вот я с мусульманами, когда беседую, три слова у меня не поминаются. Аллах, Мухаммад и Коран.
Три слова никогда не произносить. А почему? В Тунисе запрещено, за это казнят христиан. Чтобы даже не упоминали эти слова. Я потом только узнал, а мне уже это положено было. Не надо, я проповедую Евангелие. Дальше, здесь мы живем ближе, редко мусульмане. Слово патриархия, патриарх, исключите из лексикона. Мы проповедуем Христа распятого. А патриархия, о мусульманах у нас очень много сказано. Вот один том полностью про мусульман. Ничего больше нам не надо. Весь Коран, суры по аятам разбирается в сравнении с Библией. Письменно постарайтесь написать, что согласен с этими условиями. В противном случае просто мы не можем отвечать за человека. Передайте Игорю Владимировичу. Сложить твердые корочки. Дальше. 13-я у меня. Капустина. Где она? У нас батюшка. Так, кто передаст ей? Лиза. Лиза, нету. Ее нету здесь. Ну потом она у следующего. Она приедет сейчас. Алфимовы. Ходишь? Ну ходила на благовестие? Ходила. Согласна с условиями? Согласна. Ну я думаю, это отдельно один. Так, кто еще хотел ходить на благовестие? Поднимите руку. Член нашей общины. Вон. Так, передайте. Алевтина, вы поняли, что записывать синим карандашом только печатными буквами? Четко и ясно. Так. А ты ходишь с нами? Или с ними? Иногда ходила. Ходила, а будешь ли ходить? Может, буду. Так, Татьяне, передайте, на углу сидит. Вон она. Так, еще кто? А можно вопрос задать? Давай. Скажите, пожалуйста, а как вот для деревни это можно вот это, и как это применимо? Никому не надо считать и спрятать, чтобы никто не видел. Это на тот случай, если кто-то где-то пожалуется, вызовут полицию, привезут, и только в полиции, и то не сразу показывать. А почему вы должны меня проверять? Я живу на своей земле, ничего не нарушила. И когда уже тогда покажут закон яровой, вот когда она уже показывает, скажет, по этому закону вы не имели права говорить. Вам штраф тогда спокойно. Покажешь документ, да, мы соблюли все условия, регистрация есть, община выдала, тут написано. Это благодаря нашему брату Севастьяну мы имеем такие прекрасные бумаги. Вот а как... на мое имя можно вот такой документ? Можно, ты наш, ты наш, держи. Ты заполняешь. Так, кто еще хотел быть благовестником? С обратной стороны. Не миссионером, миссионером только Бог дает бумагу на это. Ну, все, значит? Нет, с обратной стороны. Витя Шастин. Витя Савченко. Виктор Савченко получил. Нет. Так, ну тогда, знаете, там номер надо будет поставить дальше. Кому сейчас говорю? Я. Дальше Алфимовой. После Алфимовой кому я давал? Так, Алевтина, запомни номер твой какой, 16-й. А мой 14-й. А вот здание, подними руку. Мой 14-й. Не забывай. Запиши кто-нибудь. Не ходите никуда, пока не дам указания. Значит, 16-я Алевтина. Дальше. Политыкина, 17-й. Я после тетни... Или как? Нет, вперед, ты вперед. Пиши. 17-й. Пиши. 17-й. Кто-нибудь записывайте мне, потом дайте, чтобы я знал эти номера. Подождите минутку. Ну где это записать? Ну бумажку, да неужели у него нет? Никого нет. Дыбунов какой? А у меня после Игоря Третьякова. Так, я еще раз повторяю, внимательно слушайте. Третьяков Игорь 10. Игорь? 10. Запоминай, запиши. У Юрия 11, Дыбунов 12. А у меня? Дальше. Кому сейчас говорил я? Запиши. 17-й закончили. У меня 14. У тебя 14. 17-й. Дальше. Татьяна 18. У меня какой? Сейчас. 19. 19? Политыкина где-то запиши мне, чтобы знать-то. Ну, кто-нибудь запишите, кому какой номер. Так вот, бумажка у вас же, давайте я запишу. Где моя бумажка? Где ты будешь писать? Да не же у тебя в кармане нет ни одной бумажки. Это прямо смешно живут. Ну, телефона нет, бумажки никого не нашли. Здесь нет никого, это новое. Это новое. Так, Алевтина, говори вслух. 16. Ручку полетели. 17. 17. Давай, Татьяна. Номер. 18. Так, Желнерова, 19. Спаси Христос. 18. Таня, да, Новикова. Новикова. Это у меня какой номер? 20. Я удивился, почему у тебя не раньше? Тебе же раньше выдавали потеряевки.
Игорь, а то... Но речь шла о том, что я член другой общины, и нам там не выдавали. Нет вашей общины. Тогда не знаю. 15-я и она какая? Не зарегистрирована. Ну, у нас как одна община. Лена, полетите, где 15-я? А 15-я кто? А, подожди, Севастьян, где? Я здесь, здесь. Надо будет подумать, как давать членов. Подумай, давай, тогда это, назад верни меня. Алевтина, не по мне. Так, я возвращаю, Виктора нет, у нее там потеряевки, я помню, давал. Да, Виктор, ты же потеряевки получал. Он же не зарегистрирован, чтобы полицейским было, все понятно. Надо обдумать. Ты же потеряевки получал. Получала. 15-е кого? Я получала. Ну, что там? Ну, вы-то здесь. Я там получала. Вы получали 15-е у Яковлева. Этой общины, а я-то не, не член этой общины. И я не член. Я потеряю. 16-е кого? Сестры, 16-е у кого? Еще слова там. Президент, сколько мы дали? 25-й. Поясните. А что? 25-й, пожалуйста. Президент, такие слова. Пока не запретили. Откуда Путин появился? Победят. Не, ну мы там прошли. Миссионерская деятельность. Все равно, честно говоря. Все многоэтажки. Ну это я не могу сказать. Мы только церковь. Почему нельзя? Так, все, пока. Тихо. Вы же писали где-то. Тихо. Тут подсказывают такое, что... Во время, когда где-то говорите, там, свидетельствуйте, не просто пошли, а именно на благовестие пошли. Не поминать Путина, я такого никогда не думал. Причем тут Путин? А тогда и Порошенко не поминать, и Трампа не поминать. Речь идет о том, чтобы не колоть религиозные круги-то. Вот о чем речь-то идет. А политика нам тут и не нужна. Мы с ней разбираемся, в интернете найдем. Говорите, говорите только о Христе по Евангелию. Конечно. По Христе и по Евангелию. Вот все говорят... Надо, чтобы обильно Слово Божие в вас вливалось. Сколько обильно-то? Какая мера? Вот я сейчас буду спрашивать коротко. Поднимите руки, кто Библию от корки до корки ни разу не прочитал? Как будто и нет никого. Ну, а Новый Завет же там находится. Так вот. Я не могу читать так, как вот читают. Вот я 4 раза в год обязательно прочитаю. Я не осуждаю, я не могу. Я читаю, если один стих, у меня сразу лавина... мыслей, проповедей. Я не могу остановиться, у меня рука сама пишет. Мне другое дано, я не могу так просто. Случайно вот увидел, вы воскресли со Христом, ищите горнего. У меня сразу слагается проповедь, стихотворение. Я не могу, я буквально плыву в этом. И поэтому просто сесть и читать, где бы ни открыл. Я не могу, я сразу остановился на одном стихе, дальше Памва говорил так. Ему сказали, удержи язык свой от зла и уста... коварных вещей, чтобы хочешь видеть дни благи. Он говорит, все, не могу больше. Через 3 месяца встретили, он говорит, я еще не усвоил, мне больше не надо. Вот получиться надо у Памвы. Мне вот это Бог дал, я никому это не навязываю. И читай ты, и читай. Но я стою рядом, я сразу его останавливаю. Ты понял, что читаешь-то? Вот братья со мной живут, знаете, я их сразу останавливаю. Ты понимаешь, нет? Вижу, что он не понимает. Сколько заложено там с переносом на другие события, с каким местом сочленяется, как я могу принять лично для себя. Вот какое дело. Как кто обильно это понимает, ну так и смотри, чтобы была только польза. Дальше. Мы приняли тут особо это, рассуждали, я не знаю, на чем это было основано у нас. Когда мы выходим на улицу, около калитки, 3 поклона. И сейчас выходит, пурга, не пурга. Сняли шапку, я за ними гляжу, сделали поклоны. И сегодня батюшка об этом и говорит как раз. Значит, если кому это не тяжко, и приняли, не ставим это, но говорим. Ты был здесь, сейчас это особое место. Наше, мы даже не замечаем, что у нас за место здесь такое. Ты калитку открыл, ты уходишь в этот мир, полный соблазнов, полной опасности. У нас здесь, мы этого не замечаем, что у нас здесь делается. Мы сидим под березой, ведем занятия. В это время ко мне приезжает директор красного магазина Исаев. Он только шагнул и в калитке замер. А что это за место? У вас такая аура. Ну, он понимает. Я говорю, какая? Все светло, все светится. Ну, ладно, там директор ничего не знает. Но заслуженный деятель науки Евстигнеев Владимир Васильевич, ректор крупнейшего в советской власти университета, Алтайского государственно-технического, 21 тысяча. И он побыл на занятиях у нас, вышел. А что за люди у вас? Я говорю, что? Так вы разве не видите? Я говорю, нормально. Так они, лица-то все светятся.
Зачем бы он мне это говорил? Мы не понимаем, мы плывем в этом, как Серафим Саровский говорил. Поэтому все наветы, клеветы на нас, они никакого не значат, это маленький ветерок. Мы великим трудом достигли, чтобы это была одна семья. Я посмотрел на фотографиях, у нас, которые были и которых уже нет с нами, примерно в 3 раза больше. Примерно кто-то умер, кто-то уехал, кто-то ему что-то другое было. Были такие, которые я не могу так исполнять, что поститься. Ну почему там все разрешается, ну Покровский. Я заранее сказал, если бы не было это рядом структуры, где все разрешается, эти люди были бы здесь. А ему сказали, такое же Царство Небесное, но ничего этого не надо. Вот у нас она там где-то замешана, он выпил там 2 года и постился на 2 года. Никому батюшка не разрешает пост нарушать. А там все можно и экономия. В экономии они слабаки, а в экономии любое дело могут сделать. Мы сразу под нож попадаем у них. И люди от нас, которые уходят, они идут в эту параллельную структуру. Мы с ними встречаемся, они полностью изменились. Но я хожу, причащаюсь. И часто ты бываешь, ну ни разу, в прошлом году один раз был на крещение. Все. Ему уже путевка выписана, но куда? Я говорю, ты считаешь Слово Божие, занимаешься. Ничего этого не надо, батюшка сказал. Достаточно, приходишь, тут молишься, что тебе искать? Причащаешься. Мы даже не понимаем, что мы иные уже стали. Бог нас сделал такими. Ну, маленький пример. Вчера мы здесь 2 часа молились при батюшке. Я только прихожу, компьютер включаю, ну, интернет. Сразу же на меня выходит одна женщина. Мне уже 60 с лишним лет. Я натолкнулась на ваш ролик, я свидетельница Иеговы. Я сразу отошла от них. И они меня там буквально вот захватили, молились. И Иудой назвали, а меня звать Надежда. Пятидесятница. Пятидесятница она? Да. Ну, пятидесятница. Ну, конечно, это большая разница у них. И все, она в православии уже. А теперь как мне эпитемию, да такой мой возраст. И уже начинается переписка. Пишут в другом месте. И пишет не кто-то, а человек, который ведет занятия при епархии, является преподавателем университета и академии. И он говорит, я веду занятия, вчера пришли кришнаиты, пришли еще какие-то и свидетельницы Иеговы. Я, говорит, стал разговаривать, она говорит, а я уже поняла, моя церковь, я приняла крещение, я уже приняла в православии крещение. Но у меня осталось желание, где учат, я всех спрашивал и спрашивал, где учат, чтобы занятия были, как свидетели Иеговы, ты веду занятия. И мне кто-то указал на епархию, это Красноярский край. Он поклон передает, он, Катя знает его, Соболев Юрий. И вот, говорит, я стал с ней беседовать, понимаете, ну, насколько легко беседовать. Я ей только говорю, она мгновенно это продолжает стих такой-то. Я ничего не доказываю, все не надо, понятно. Мы тут были направы. Следующее. Я только называю место Писания, но если бы я все знал, то я бы еще больше дал. Ну, сколько знал, сказал. И она ничего не переспрашивает, только леснула, все, поклонилась, благодарю. Следующее. Вот как надо жить. И я думаю, на днях у меня будут несколько уже священников выйдут на меня, чтобы им задавать вопросы. Начну с батюшки. Что нужно сделать в православии сегодня в силах, чтобы не изменить православие, и чтобы люди не уходили, не искали Слово Божие? У меня уже созревший план, но пока, может быть, сегодня начну его выполнять. Помолитесь об этом. Приоткрыть немножко ширму. Кто мы? И куда мы зашли? Теперь осуждение, говорят. Я нашел китайскую притчу одну. На меня выслали ее. Она очень интересная. Такой-то крестьянин, ну, хороший. И у него все получается. Ну, бедно живет он, но у него конь. Его, говорит, бедным даже не считают. Конь особой породы, белый. А белых коней-то и нет таких. Где-то там малейка серая. Абсолютно весь белый, как ваши вот платки. И ему приходили короли с других княжеств. С этого коня хотели, чтобы продал. Он говорит, он не продается, потому что он личность. Я с ним разговариваю, он не раз меня из беды вызволял. Его догнать никто не может. А крестьяне говорили, зачем он тебе нужен-то? И однажды встали, его нету. Стайка разломанная, коня нету. Все говорят, говорили тебе, чокнутый ты старик. Да ты продал бы его, да поднял бы все хозяйство. Тебе давали деньги-то какие? Вся деревня наша не стоит-то. Он говорит, подождите, судите. Мы не знаем это, на благо или на зло. Да что знать-то было, не было, нет. Вы точно можете сказать, что у меня был конь, а сейчас нет. Вот это дальше никак. Мы видим только маленький фрагмент событий. Мы не знаем, что будет дальше.
Ну, приходит неделя, ну, где какой-нибудь твой? Не знаю, был и нету. Вообще старик чокнутый, его так и звали. Но через 3 недели, кажется, конь прибежал. Прибежал, да не один, 12 лошадей с собой привел. 12 лошадей. Но как деревня начали, старик-то прав оказался. Где лошадей-то этих? Теперь все пришли, старик, ты молодец. Вот видишь, какое тебе счастье привалило, даже не судите. Мы видим только фрагмент. Вы можете сказать, коней у меня не было, сейчас есть вот это, а дальше мы ничего не знаем. Но сын начал обучать их. Обучать это надо верхом. Но один конь-то заортачился, опрокинулся, упал, и обе ноги ему сломало. У него один сын только был. Как все в захолесть. Ну, говорили, продай. Ну, что ты за упрямец такой? Он говорит, нет, не судите прежде времени. Мы видим только фрагмент жизни. Вы можете сказать, сын мой ходил на двух ногах, а сейчас лежит. Вот это точно знаем. А что из этого будет? Ну, что будет-то? Кормилец твой, тебе за ним ухаживать надо. Ну, еще это... Елизарова не было, он не знал, как кости сращивают там. И он лежит там, может, срастется вот так. Да. Ладно. Проходит маленько, совсем немножко времени, и начинается война. И последнее сражение. И всех в деревне молодых людей забрели туда, остался только его сын один дома. И опять все говорят, да прав старик-то был. А мы видели только фрагмент, мы видели только то, что сегодня он лежит больной. Он больной, ноги заросли у него как-то, но на фронт не взяли. И он один, буквально один. Первый парень на деревне, я говорю, там в деревне дом один. И вот так нужно научиться не судить. Я рассказывал один случай, это уже из русской истории. У одного помещика был слуга, он его не любил. А барыня его к нему благоволила. Он спрашивал, ну за что ты его любишь-то так? Это? Он управляющий был. Он никогда не лжет. Не лжет. А он мужик-то такой гулявый. Да, ваша баба-то только можно и обмануть. Хорошо. Договорились, если только он хоть раз солжет, я его выгоню, что он тебе мозги пудрил столько лет, что он такой. И вот он собирается на охоту, все уже, собак вывели, лошадей запрягли, ну большой табуном они едут, гончие собаки. Так, иди, барыне, скажи, что я уехал на охоту. Слушаюсь, он пришел, барыне сказал, все как есть, а он в это время, распрягайте, никуда я не уехал. Заходит, ну что, промахнулся? Что промахнулся? Ну, он тебе сказал, что я уехал. Нет. Как нет? На конюшню драть его. Да нет, подожди. Он сказал, барин собирался на охоту. И он сказал мне сказать вам, что он уехал на охоту. Но когда я уходил, у него левая нога была в стремени. Но второй он еще не поднял с земли. Он так ахнул. Да как это может быть таким? Это вот пример всем юристам, которые работают с законом. Ни шага в сторону, у них закон. Это хороший юрист будет? Точно. То есть можно говорить об этом только... Только нищий. Слово, мечта, хороший, мечта. Но нищий. Сегодня Сергей Павлович Пупков затронул момент, чтобы было все на языке. Я не знаю, серьезно он-то или нет, или... Ну, просто батюшку проверить. Его только не адвокат. Батюшка сказал, и я повторяю, никогда дальше не идите. В первую очередь мы говорили об этом, когда мы просили читать все библейское на русском языке. Наш правящий архиерей Евтихий Курочкин, он сказал, не будет этого, вам дай палец, вы руку откусите по локоть. Мы говорили только библейское, что утверждено синодальный перевод. Никак, мы в синод промолчали, у вас правящий архиерей, решайте. Архиерей нам стукнул, а мы 15 мая было, как сейчас помню, он говорит, 3 года, чтобы об этом не разговаривали, и мы сразу заглохли. И на нас-то выходят везде, тогда писали письма. И мы 3 года о русском языке ни слова. Все вели как есть. Но 15-го мы заранее предупредили, владыка, срок кончился, выходим из тюрьмы. Обвинений против нас никаких ни от кого нету. И мы сразу стали вести, но мы договорились, только библейское. А что библейское поется, как, ну бывает там «Отче наш» поется, и поется под 40-м славянским. Там 102-й псалом, «Благослови душа моя Господа», там все понятно. Это наш путь, золотая середина. И когда нас спрашивают, как у вас богослужение, на церковно-славянском, библейское, все. Это псалмы, это Евангелие, это по Риме, это больше половины у нас идет. На остальное надо маленько учить, иначе в те храмы пойдете, когда ничего не будете понимать. Батюшка абсолютно правильно сказал. И архиерей после этого нас не трогал. Самое большое чудо такое, что архиерей, после один Черкасов Георгиев, писатель писал, удивительное дело, как Лапкины братья сумели переломить епископ. Он же был
настоящий христианин, он же за церковно-славянский. А сейчас, говорит, сам переводит, говорит, эти какие молебны, каноны на русский язык. Поминальные. Это вообще как? Никак, молитва. Поставьте на первое место молитву. Дальше. И вот это иеговистка, которую мне сказали, там, к Соболеву пришла, она была 18 лет, и он говорит, за 18 лет, будучи иеговистом, там все протравлено, и вырвать оттуда, это чудо Божье. Я каждый день получаю такие свидетельства. И еще одна картинка была. Видимо, надо задуматься. Кто-то видит, как оленуха, ну, матка оленей, попала на зубы льву, львице. И она ее душит, она обычно передавливает горло, и она задыхается и падает. А он под аппаратом издалека приблизил и щелкает. И видит, как она ее растерзала и ест. А потом дальше в живот, а она беременная. Она оттуда вытаскивает олененка, а он дохлый, ну, без доступа крови. И она его не тронула, отошла сразу, не стала есть, отлегла. Он ждал, ждал 3 часа и решил, ну, не шевелиться. Подошла, она мертвая. Мертвая. И когда вскрыли ее, оказался разрыв сердца. Я первый раз такое слышу. Вы понимаете смысл какой? Какие тут аборты? Если бы понимали, что делают сегодня. Если 18-20 тысяч абортов каждый день, это столько было бы тех, которые слышали, умерли или видели. А в абортаре кто-то работает, врачи какие-то. Львица, увидев плод, не вынесла. На суде Божьем не будут ли они судьями? Да, вот у нас ветеринар есть. Игнат Тихонович, только сценарий голливудский писать. Так, у меня... Это научно или это фантастика? Это правда. Вот такие фотографии такого размера. Это снимки выставлены, снимки выставлены, как она разрывает, и дальше как она вытаскивает плод, и дальше как она лежит мертвой. Мне кажется, 6 фотографий стоит. Я выставил даже, ну, передвинул в интернете. Вот оставайтесь на занятия, потому что это не всегда такое будет. Нужно научиться ценить, ну, что нам Бог это дал. Готов, который у меня, я могу сказать, все должен быть. Сейчас уже на карамельке, да? Я хотел маленькое дополнение рассказать. Как у Никиты. Я говорил, что у Кати было венчание. Я жил в Новосибирске в храме. В понедельник, 21 ноября, там была служба. Вот, отписатель Михаил. Я сидел, ждал. Ну, мы пришли на службу со сватом Сергеем. Я ждал. И как раз служба закончилась. И убирали полы мы. И женщина, там, ну не женщина, пожилая уже, стала расспрашивать за Потеряевку, за Лапкиных, Игната Тихоновича, все, за богослужение. И она, знаете что, она с таким сожалением сказала, да, у вас все на русском идет служба. Служба на русском. Я ее поправил, служба на славянском, ну, библейская, все на русском. Но я услышал в ее голосе сожаление, что меня тронуло, что она вот... Не с упреком, не с укором, а вот с... вас служба на русском идет. То есть мы должны ценить то, что у нас есть. На этом сохраниться. Так я побуду скажу. Мы фактически связаны письмами к Синоду и письмами с нашим епископом Евтихием, который нас благословлял и был ни шагу в сторону. Иначе мы просто будем не те, за кого нас считают. Никакого русского языка, дальше ни слова не добавляем. Нам этого вполне достаточно. Мы просили, что то получили, а теперь, получается, мы закусываем дальше. Никогда. У нас слишком понятно все. И вот о чем говорил, идете на благовестие. Мысленно так проиграете, как люди будут говорить, не шагайте никуда дальше. Не надо. Еще хотел рассказать такой случай. Мы когда начинали свой путь в Потеряевку, приехали из Казахстана, в Корчино, недалеко. Это из нашей жизни случай такой был. У меня один раз. И мама тоже свидетельствовала, что да, так и было. Мы уже заметили, я поделился с мамой, а мама говорит, да, говорит, я сама, говорит, это видела, что когда мы ехали, а мы ездили на службу на машине, и выезжали с Корчино рано, приезжали в Потеряевку, мы видели вот незримо внутренне свет. А после богослужения, когда возвращались в Корчино, подъезжали к Корчино, вроде солнышко светит, а мрак. Вот внутренне, вот как-то не физически, а внутренне видели мрак. Вот опутана деревня мраком. Чего я маме так говорил. Ну,
Я говорю, мама, так, она говорит, я тоже чувствовала. То есть мы должны ценить то, что у нас есть. Хранить это вот на том, что мы остались, закрепились. И Бога благодарить. Еще, меня тут про благовестие маленько попросили рассказать. Вот брат Игорь, он переживает и ревнует об этом. По поводу, ну, скажем так, когда выходит на благовестие несколько человек, и как это, что можно проводить. Дело в том, что есть вот у нас закон о свободе совести, есть же еще законодательство о проведении массовых мероприятий каких-то. Поэтому, если речь идет о благовестии о каком-то, то вот когда вы ходите, ну, вы можете говорить один на один, но можете говорить нескольким, ну, скажем так, если начинает собираться. Но если если, скажем так, выходить сразу группой и говорить, ну, скажем так, собирать группу слушателей, то это может уже подпасть под требования законодательства о проведении массовых мероприятий. Соответственно, здесь уже другой закон и другой порядок. Ну, необходимо заблаговременное извещение органов местного самоуправления о том, что в каком-то месте будет проводиться, и, соответственно, получение ответа о согласии. Может, подальше друг от друга отходить? Ну, не группа ставить. Ну, вот здесь вот это надо иметь в виду. Да. Поэтому речь идет о благовестии, о том, что вы должны говорить как, ну, отдельному человеку, да. Один на один. Один на один, да. Если ходите вдвоем, то... Получается, как раньше мы ходили на проповедь по улицам, потом приглашали. Ну, смотрите, если приглашение куда-то, то, скажем так, договоренность по поводу места проведения, это уже возможно. А дальше уже можно говорить. Речь идет о проведении массовых мероприятий на улице. Ну, вот последнее это у нас были там на стадионах, мы собирали, приглашали на стадионы. Нет, ну куда собирать? Нет, помещения были закрыты. Не, ну стадион-то это тоже уже определенное помещение, это не улица. Тут работает формула 1 на 1. Вас 10, но... Нет, если собрали в каком-то в одном месте, но не на улице, не на площади. Стадион это уже сооружение, которое специально... Это не на уличный стадион, на уличный. Стадион это на улице. Это не помещение. Почему? Они каждый занимается делом. Ну, можно я поясню? В общем, последнее время... У нас так и происходит. Каждый, ну, допустим, у нас Евангелие, ну, много Евангелий. В общем-то, наше дело, чтобы Евангелие попало к человеку. Ну, там дальше уже Господь будет рассматривать, как прочитает он или нет. Ну, как бы наше такое мировоззрение, что все, что мы отдаем, ну, может, процентов 15 прочитают сразу. Остальное это потом долговременное уже. И теперь главное как-то... Что мы уже заинтересовались, что у нас что-то есть. Человек обычно останавливается один. Ну, может, семья идут из двоих людей, там, пожилые, бывает и молодежь тоже, останавливаются. И, ну, тут вот уже проходит беседа. А что, ну, что вы делаете? Ну, и вот вкратце вот тут ты рассказываешь о Христе. И вот очень редко было, когда стоит группа людей, и, допустим, прошли их, этих людей, и там не взяли Евангелие. И тогда вот мы подходим и там говорим людям о Христе. Ну, то есть вообще обращаясь, ну, кому-нибудь, может, как абстрактной фигуре, как вот артист на сцене, смотрит, говорит, на кого-то, и так ему легче. Или балетные, когда вращаются, они на одного кого-то смотрят, выбирают себе. И так же и мы тоже подходим, вот группа, человек 10-15, и начинаем говорить кому-то. Ну, кто заинтересовался там, кто взял визитку, они Евангелие не взяли уже, все понятно. И начинаем говорить, достаем Евангелие, что-нибудь прочли из Евангелия, начинаем как бы и пояснение одновременно. И глядишь, люди подтягиваются, а дайте мне что такое. Ну, обычно никто не задерживается дальше. То есть им интересно взять Евангелие. О, потому что вот что-то такое там, книжечка хорошая такая, чистая, красивая. Ну и все, вот берут. А так, чтобы вот как вот тут брат рассказывает, чтобы митинги целые проводить, у нас просто этого нету. Ну, в любой момент, ну, там, они раз куда-то все разъехались, рассосались, то есть там, ну, буквально 5 минут 10, и все, и нету опять никого. Это на остановках все происходит где-то. А так, чтобы люди стояли долго и ждали, когда придет кто-то из, ну, там, полицейский или кто-то, и потом допросы, там, вряд ли будет такое.
Ну, еще брат говорит, в законе написано, что книги, которые, ну, то есть литература, которая распространяется, должно быть обозначена, ну, каким-то документом, что это исходит от какой-то общины. Но то, что касается Евангелия, мое мнение, на нем написано, что оно издано по благословению патриарха Кирилла. Да. Если же раздается какая-то другая литература, то здесь уже... Ну, здесь уже вопрос. Здесь должно быть на книге, на соответствующей книге печать. Что книга, что община благословляет, распространяет такую-то книгу. Печать раздающая. Ну, такую печать можно, наверное, сделать, да? Пропечатать все материалы. Ну, как мы печатали, это не вопрос вообще. У меня объявление. В понедельник, завтра уже, даст Бог, надо будет забирать Евангелие. 2000 Ольга попросила разгрузить. То не есть, вопрос это. Да, то есть часть сюда привезти и часть там у нее выгрузить. На книге должна остаться печать общины. Если это не Евангелие. А что вы раздаете? Евангелие. Ну, на Евангелии стоит. Ну, на Евангелии вот стоит. Вот это конкретно здесь. Патриарх. Вот смотрите, да. Здесь стоит. Благословение стоит. Благословение святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Я считаю, что. Это солнышко наше. Я считаю, что. Я считаю, что. Вот этого издания. Можно поставить еще печать сюда. Но зачем ставить на Евангелие печать? Вот, да, вот вся другая литература. Да, если она раздается, на нее, может быть, и стоит ставить печать. Но я считаю, что на Евангелие печать... Не надо. Не, ну да, я думаю, что вот это вот лучше печать. Лучше. Да. Уже священники, все на всех прокатано это. Можно войти. Я хотел сказать, брат сказал, на Евангелие не ставить никакой печати. Угу. А как ты это узнал? По грамоте или ты внутренне чувствуешь, что этого нельзя? Ну, во-первых, я знаю, что на Евангелии написано, что оно издано по благословению патриарха. Ну и во-вторых, у меня внутри еще что-то. Книги мои, когда высылаем, просят. Сделайте нам с надписью. Я еще ни одной надписи, а прям подсовывать Новый Завет. Не могу. На другой, любой книге сделаю, ну, пожелание, там, что от автора. Ну, сделайте на Новом Завете. Не могу, я объясняю, неприкасаемо. Я внутренне, вот у нас одинаково, видите, как. Мы не договаривались с ним так говорить. У меня неприятный случай произошел. 10 октября я послал весь полный комплект в Испанию. Он вмещается в две коробки и два пакета. Пакетов там по две книги. По две книги дошли, эти два остальные книги не дошли. Каждая посылка по 14,5 килограмм примерно. По сегодняшний день нигде. За ними может следить. И написано, пересекли границу России. И дальше нигде нету. Ну, а говорится, что можно подождать до 27 декабря. А уже после этого, она 6 месяцев отвечает. А после Нового года, я думаю, тогда сделают запросы и пойти. Что может быть просто, ну, бывает, я не знаю, какие там, нету нигде, нету и все. Заплатили люди, все, я послал, я уже теперь осматриваю, что дальше делать? Дальше только так. Они-то не виноваты, но и я не виноват. Дальше, если они пожелают заново, а это желать даже не надо, им очень хотелось, то я могу только поставить им условия. Я им бесплатно дам комплект, за исключением книг, которые получили, если это будет в России. И вы оплатите пересылку, остальное я отдаю бесплатно. Вот я уже такое решение принял. То туда зачем я буду посылать, когда не дошло? Это, ну, как не дошло? Нет, они делают запрос в Испании, я делаю отсюда. Ну и где-то все-таки должны, видимо, нащупать. Где это? В Германии осела, во Франции или где? А может быть, они... Дальше отправляет кораблем, не на самолете, тяжелое все. И, может быть, набирает, когда полный груз наберется. Ну, мы так вот предположаем пока. Думать, что кто-то взял, так это за границей, не знаю. Мы молимся, чтобы помолились и вы. Потому что, ну, с 10 октября, считай, ноябрь, скоро уже будет 2 месяца. Ну, да. А те пакеты пришли через 2 недели, уже получили. Да. Ну, их на самолете, скорее всего. Вот такое же Евангелие, вот можно войти в дом, имея Евангелие, можно войти в дом или только это вот на улице? Ну, в дом, если только с разрешения. Хозяина. С разрешения хозяина. Почему нет? Это часто. Можно? Ну, я всегда спрашивали, всегда, когда ходили, спрашивали, можно ли пройти. Если нет, то, ну,
У нас же с самого начала было уже... Уже же мы договорились, что не больше 3,5 минут разговариваем, когда благовествуем. По квартирам. Нет, 2 минуты на все просил, да. Пройти до двора, двора. Ну, не поговорить. Больше 3,5, короче говоря, там вычисляли вот это все. И я хочу сказать, ну, по собственному опыту, что вот в квартирах здесь, в многоэтажках, ни в коем случае заходить нельзя. Потому что там, у кого-то, когда нету это, вот Петеримовых нету. Вот Лариса, когда мы с Ларисой были, и Лариса, она такая маленькая, как вот Катя. И она, я говорю, все, начинаю, ну, готова начинать. Открывается дверь, там стоит детина, больше меня в 3 раза, не меньше. И выше меня на голову. Короче, целый великан стоит и такой, с бородой, здрасте, а вы чего? Такой добродушный, ну, великан. И сзади него такой прибежал, такой же, как он, ну, сынок, видать, только с маленькой бородой, такой. Батя, тут что такое? И так толкается, не видно из-за него. Дверь целая. И Лариса онемела. И до сих пор она больше не ходит. Не ходит по-настоящему. Так самое главное, они, заходите! И так, заходите сюда. Вы что, куда заходить, непонятно. Но они добродушные, да, выдали все как надо. Сказали о Христе и до свидания быстрее. Причем там... Это, как пока туда-сюда я вытаскивал оттуда, заглянул, там еще один такой же сидит на кухне. Как они там все вмещаются? Трое израильцев, здоровенные все. 3 толстяка, да? Все, вот как бывает, и я, Ларис, ну что, ну, на благовестие пойдем, мне так понравилось с ней, она молодец. И все, больше никак, видать, как мужу рассказал, и муж сказал, ничего себе, мне не надо такую жену. Который к великанам ходит. Можно я дополню, но по поводу вопроса. А вот в деревне другой разговор уже. В деревне совсем по-другому. Но опять же, когда договорились. Потому что помните, как мы шли вот это последний раз-то, 9-й год, по вашим клочкам. Договорились, остановилась машина, высыпали все и пошли. И всю деревню там за сколько? За 2,5, за 3 часа всех оповестили. А они там уже все выслушали. А бывает так, один как задержится потом, где он? И давай на машине его искать. А он у какой-то бабушки там, и бабушка, ась, нась, ахась, пока там договоришься с ней. Дело в том, что у нас сейчас несколько изменились обстоятельства, и мы теперь, мы тогда ведь ходили как? Мы приглашали вот эти 2 минуты, за эти 2 минуты давали информацию и приглашали, куда им прийти для встречи. Ну, да. Сейчас не просто несколько, а совершенно изменилось сам подход к благовестию, вот даже сам подход. И теперь раз только один на один мы можем где-то вот так вот. И вообще ситуация меняется полностью. А мы остановились за 2 минуты, ну, даже он ничего не узнает. Теперь уж совсем другое. Если вы разговаривали с человеком, и есть интерес у человека, да, конечно, то тогда и... И он тогда не будет возражать и готов. Мы же никуда не приедем. Не то, что вы, давайте я пройду, вам в доме буду рассказывать. Ну, вот это вот момент, вот важно, что теперь я могу один на один. Только попросить разрешения, можно войти в дом, чтобы я вот с такой-то цели. Ну, можно, если благовествовать, то понятное дело, если там никого больше нет. Достойное зеркало истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изъяния Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних растрий, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святый, да наставит нас не призывать никаких иных богов, вопия Авва Отче.
Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь.